Раскрываемость преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в Ненецком округе выросла в разы, а лица, причастные к этим правонарушениям, получили реальные сроки отбывания наказания. И немалую роль в этом сыграли представители общественности, от которых в окружную полицию поступала информация о лицах, которые употребляют и распространяют наркотики. За отчетный период прошлого года в одном из учебных заведений округа был зафиксирован факт распространения снюса, так называемого жевательного табака, несовершеннолетним. Мы провели мероприятие, установили, что несовершеннолетний приобрел это вещество в одном из магазинов города Наримара. Мы провели мероприятие, изъяли в одной из торговых точек. Сейчас проводится проверка. Также были выявлены факты и в других учебных заведениях. Мы провели профилактику в данных учебных заведениях. Сейчас мы провели также профилактику среди всех предпринимателей, чтобы не было факта распространения данной заразы в нашем округе. Всего за отчетный период 2019 года правоохранительными органами зарегистрировано 38 наркопреступлений, 37 из которых сбыт наркотических средств. Кроме того, один человек привлечен к ответственности за хранение наркотиков, которые он приобрел по почте. Кроме того, в течение года выявлялись лица, которые выращивали марихуану в своих домашних условиях. Они также привлечены к административной и уголовной ответственности. Выявлена почти львиная доля у нас сбытчиков, занимающихся перепродажей, сбытом наркотиков в регионе. Помимо этого, проводилась плановая работа по изъятию наркотиков в регионе. 50 грамм у нас изъято наркотиков, в основном это растительного происхождения наркотики, марихуана, гашиш. А также были выявлены факты распространения так называемых спайсов, то есть синтетических наркотиков. Два факта было выявлено, один в мае, другой в декабре. Лица, которые сбывали эти наркотики, они установлены. Также правоохранителями проводилась работа в сфере легального оборота наркотиков. Речь идет о тех организациях, где хранятся наркотические вещества. В результате плановых проверок одно юрлицо привлечено к административной ответственности за неправильное хранение и ведение документации в сфере легального оборота. Нарушителю назначен штраф. Всего за 2019 год в суд было направлено 23 уголовных дела в сфере незаконного оборота наркотиков. По словам Евгения Солоновича, в целом процент раскрываемости преступлений в 2019 году составил 57,5%. Годом ранее 50%. Ирина Никешина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».